За честность и прозрачность в преддверии предстоящего единого дня голосования, которое состоится в сентябре месяце, в Общественной палате Карачао-Черкесии состоялось подписание соглашения с региональными отделениями политических партий. Оно предполагает обеспечение эффективного наблюдения за предстоящим голосованием по выборам депутатов советов муниципальных районов. Речь идет об обмене опытом, взаимных консультациях, подготовке наблюдателей и разработке методик. Одним из приоритетных вопросов является открытость и конкурентоспособность на выборах, соблюдение федерального и регионального законодательств. Соглашение подписали «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров», «Зеленый», «ЛДПР» и «Родина». Представители партии отметили, что совместная конструктивная работа и выстроенная коммуникация будут способствовать открытости и прозрачности процесса голосования. И акцентировали внимание, что это борьба не только за мандаты, но и за большую ответственность, которую кандидаты должны будут нести перед своими избирателями и в целом перед всей республикой. Мы должны услышать от всех сторон электорального процесса, что действительно все стадии выборного процесса не нарушается законодательство в них, что все открыто происходит соответственно. И дальше, после того, как мы обсудим, как работает с политическим партиям в политическом пространстве, мы перейдем к подписанию соглашения. Ведь мы понимаем, что это главные игроки сейчас на политическом поле. И мы хотим показать политическим партиям, что Общественная палата открыта, что в первую очередь главная задача подписания этого соглашения, что политические партии доверяют Общественной палате, что они понимают, что Общественная палата доказала, что это именно тот орган, который независим и не будет представлять интересы никаких партий, а для него главное – каждый голос избирателя. Итак, каждый голос избирателя в чем? В том, что политические партии, подписывая соглашение, дают согласие в первую очередь на то, чтобы вместе с Общественной палатой проводить обучение. Мы им предлагаем своих тренеров-преподавателей, которые обладают достаточной подготовкой, и многие партии потом соглашаются, и мы совместно проводим обучение. Далее, мы подчеркиваем в этом соглашении, что мы в первую очередь за честные выборы, и мы за то, чтобы законодательство не нарушалось, а отражались интересы наших граждан.